У Караката Абильдиной нет времени для скуки. В последнее время исполнительница занята не столько собственным творчеством, сколько воспитанием творческой поросли. Юные таланты из музыкальной школы «Каракат» собираются на конкурс юных исполнителей в Украину. 26 ноября команда певицы получит благословение в Алматы, а уже 1 декабря выступит в Киевском дворце «Украина». Сама «Каракат» займет место в жюри. Помимо этого, она исполнит свои песни на гала-концерте. Надеемся, что и ученики Абильдины тоже не подкачают. Желаем удачи! Группа «Меломен» тоже собирается в путь, правда, не за границу, а на юга нашей необъятной родины. Маршрут у меломеновцев вырисовывается такой. Жанакурган, Шиели, Шалахаш, Кызылорда. После этого ребята переберутся в Южно-Казахстанскую область и споют в Туркестане, Арысе, Сарыагаше, Жетсае и Шымкенте. Продолжатся гастроли в Алматы, после чего парни выступят в Таразе, Мерке и Чу. Музыкальное шествие начнется 13 ноября, а завершится 3 декабря. К слову, «Меломен» в долгий путь отправятся не одни, а с аксакалом казахстанской эстрады Алтынбеком Коразбаевым.